Омск вместе с Россией перешел на зимнее время. Это произошло в ночь на воскресенье. Стрелки часов в большинстве регионов перевели на 1 час назад в 2 часа ночи. На зимнем времени теперь и главные омские куранты. Чего не скажешь об электронных часах на некоторых городских зданиях и внутри них. Часы по-прежнему показывают там летнее время. Итак, со вчерашнего дня старейшие омские часы на Любинском проспекте идут в ногу с зимним временем. В этом году им исполнилось 103 года, и этот перевод стрелок может оказаться для механизма последним. Часам давно необходима реконструкция. В Омске перевели на зимнее время и самые маленькие часы в России. Их корпус сделан из бивня мамонта, стрелки из золота, ремешок из кожи, застежка из металла. Как рассказал создатель микроминиатюры Анатолий Коненко, часы с циферблатом диаметром 4 мм он собрал в 2006 году. Электромеханический аксессуар работает с помощью кварцевого микромаятника. Что изменилось у вас в связи с переходом на зимнее время? С этим вопросом мы обратились к горожанам на улицах Омска. Для меня нет. Для тестя гипотоника, да. Для матери, не. Для моей. С артериальной гипертензией, да. Уходишь в темно, приходишь в темно. Надо как-то устаканиться с этим уже. Дольше спать, а ложиться как? В то время в 10 ложимся, а уже 11 получается, правильно? Как это для нас тяжело, а для ребенка вообще тяжело. Лучше вечером пусть будет светлей. Я за, да, высыпаюсь лучше. Комфортнее себя чувствую. Пока еще непонятно. Не определились еще. Мне хуже, потому что если, допустим, у человека давление, то начинаются всякие перемены, мне некомфортно. Да мне без разницы, что так было. Чуть не проспал сегодня на пары. Не перевели? Но забыл. А я выспалась наконец-то. Лучше, конечно, утром просыпаешься на работу светлее. А то, что вечером темнее? Ну, в принципе, ничего страшного, я думаю. Утром все-таки тяжелее вставать. Не знала? Понятно. Мама не говорила, что время перевели? Ну, мама говорила, но я не поверила ей. Я живу не здесь. И не в Омске, не в Омской области, а на Волге. И у нас там совершенно, у нас московское время, оно не подходит для местного. Вы знаете, у нас на час разница с Москвой. И сейчас, когда сделали вот это вот общее время и поменяли час этот, мы спим, светло, а мы все спим. И вот в декабре месяце в 2 часа уже будет темно.